Вот, там еще будет, я не в курсе. Так, ну, чё, сегодня вроде все опять, да, ровненько, плавненько, стабильненько. Все, кто не спал прошлой ночью, могли видеть перепады освещения на плоту. К сожалению, это не результат работы электрического стула. Нет. Судя по всему, кому-то там пришла в голову... Блин, договаривает Джей. ...преступника электро, платить за еду... Вроде норм, ну отлично. ...и самому питать тюрьму электричеством для экономии городского бюджета. Однако выяснилось, что он ненавидит честную работу так же сильно, как любит убийство и грабеж. Так что они вернулись к городской сети. Именно поэтому, когда я одновременно включаю тостер и микроволновку, у меня все еще выбивает предохранитель. Да, он все еще нас винит во всех смертных грехах. Интересно, когда это прекратится и прекратится ли когда-нибудь вообще? Обернись, мне не встать без твоей руки. Фу, как-то бы раздушиться-то. Нам есть что отметить. Отметить? Стойте. А где же руки? О! Вау! Круто. Реально круто. Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. У меня то же самое, тоже не могу оторваться. Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Так, если я альтабнусь у вас... Блин, на паузу сейчас стоит, понял? Впечатляет. Чё, опять тестики, которые надо будет пройти? Понял, принял. Так, сейчас кое-что сделаю. Па-па-пам. Па-па-пам. Понял. Понял, принял. Ой, блин, как закрыть-то это? Черт. Черт. Черт, черт, черт. Так, начать диагностику. Это же... А у него же это нервная система какую-то дегенеративную болезнь испытывает. Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Это не то чтобы легко, это проще простого, паучок. Главное поворот сейчас быренько расставить, и все. Так, что нам надо? Два. Пять. А, так у нас выбора-то нет, я понял. Посмотрим, вышло ли. Легко. Требуется проверка дополнительных компонентов. Критический сбой. Ну что ж. Все серьезнее, чем я думал. Еще одна ошибка. Поправим, поправим. Так, плюс 2. Нам надо пятерку сделать. Так, значит, скорее всего, надо будет повести сюда. Хотя зачем? А, чтобы вычесть, да. А, пипи-пу-пу. Быстрее будет сначала поворот разложить. А эти штуки никогда не убрать. Угу. Итак, нам надо сделать 5. У нас проходит через плюс 2. Надо 2 раза вычесть. Итого у нас 2. Нам надо из какой-то большой цифры, наверное, вычесть 3. Ну вот, пятерку. И тут 1 и 2. Так же, как на предыдущей головоломке. А, стоп, чё? А? А, я тупой. Нет, 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 да, я тупой.
Блин, думал умный, а я тупой, оказывается. Три. Я еще и накосячил с этой фиговиной. Надеюсь, получилось. Так бы выглядела реальная наука. Чё, я сложил? Все как надо? Черт, скачок нарастает. Да я всегда так делаю, Дим. Всегда меня это губит, черт побери. Да нет, легко, легко, легко. Все головоломки для школьников, говорю. Ничего сложного нет. Сейчас все порешаем. Поторопился просто. Вот это сюда. Так, что у нас там плюс 4? Прогоняем ее. Что нам надо? 5. 5. Так, минус 1. Получается 4 нужно. Мы даем 5. А, тут, наверное, тоже нужен поворот, скорее всего. Да. Тогда сделаем вот так. Изи. Чё? Я что-то не доделал? Все же правильно. А, 4. А почему 4? А. Блин, опять поторопился. Что ж такое-то? Здорово, Скотт. Еще одна критическая ошибка. Судороги 38%, краткосрочная амнезия 40%, долгосрочная амнезия 62%, ни хрена себе. Деградация лимбической системы 98%, отек лобной доли 94%. Охренеть, вот это у него проблема. Плохо дело. Доктор? Да он же умер, наверное. Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблемы, если поискать. Но фортуна улыбается смелым. Это критическая проблема. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни... Я не чувствую себя неудачником. А лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Да. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер. За все. Конечно, так он его и послушает. Вообще крутой костюмчик для прототипа, конечно. Слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который придет. Тут же! Вот это уровень доверия, вот это я понимаю. Придет пора голосовать. Сейчас мы больше безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Да. Ай, неадекватно. Нельзя неадекватным такие технологии это давать Майлз. В руки. Привет, Майлз. Вот 38 уже, скоро 140 будет, на котором можно будет костюмчик открыть. Если ты больше не хочешь там работать, мы с Мэй поймем.
Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Майлз Дизморалес. Верно. Если предположить, что он прав. Я устроил тебя туда, но не надо оставаться там через силу. Люди здесь, они не виноваты в том, что сделал Мартин Ли. Им нужна помощь, я им помогаю. Думаю, папа хотел бы, чтобы я остался. Он бы мной гордился. Да, я знаю. И еще, Майлз, я тоже тобой горжусь. Да, если хочешь поговорить, звони. Туда. Спасибо, Пит. Мне либо пора. Гений, либо психи, либо... Ну, вообще-то купить. Одно с другим граничит пока. Постоянно. Только им это нужно. Да, Оливер, да, есть такое. Ну или просто слишком увлеченные люди, что тоже расценивается многими как безумие. Когда они слишком маниакально к своему делу относятся настолько, что для людей со стороны кажется, что это перебор. Питер, ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так, как у вас там с МДжей? Ну, она... Это там все сложно. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней? Она знает о тебе все? Конечно. Эй, погромче. Хочу послушать. Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке на центральный вокзал. Ах, конца не видать. И Питера уже не видать. Питер? Да, я думаю, он поменял бы свое мнение. Вот живя в эти годы, повидавшись позвони столько психов и гениев. Надеюсь, дыхание научной, дьявола еще там. И в литературе, в поп-культуре и если прочем. Если добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Вымышленные настоящие. Я думаю, он бы вообще не писал уже то, что он писал до этого. Он бы написал что-нибудь совершенно другое. Затерялся бы в серой массе. Всем постам. Террористы в масках заложили бомбу. Происшествие у центрального вокзала. Человек, ответственный за взрывы в ратуше... Писал бы рэп. Да, но это же первый русский рэпер. Им оказался еще бы. Я тоже так думаю. Я хочу обсудить, что за безумный мозг Джекил. Но Луперкаль был бы круче его в любом случае. Одернув всех, кто сейчас радуется его аресту. Да, это хорошо, что он в тюрьме. Но подумайте о том, чего мы не знаем. Как долго его подозревали, ничего нам не сообщая. Как долго у него в руках было смертельное биологическое оружие. А не стоило ли держать нас в курсе? Может, эвакуировать город? Нет, не случайно от нас скрывали жизненно важную для нас и для наших семей информацию. Кто-то принял это решение. Думаете, полиция? Мэр? Я знаю, кто в этом виноват. И он известен вам, как Человек-паук. Паук. Жесть, он вообще во всем нас винит. Ну, хоть что-нибудь бы придумал новое. Хоть на кого-нибудь другого попер. Я не знаю, неужели нет персонажей, на которых он мог бы катить бочку? Дыхание дьявола пропало. Но у нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай. Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что плод? Зэки с Райкера. Усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Плевали мы на зэков с Райкера. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор.
Зря не пристегнулся. Или поиграл в Fallout и такой Minuteman, Minuteman. Так, стойте, подождите, я не успел еще ничего сделать, вы уже меня обкидали коктейлями. Коктейлями Молотова, чертила. Ну-ка. Бочка-то тут дофига. Давай, давай, подходите. Зря, что ли, я это умение прокачивал. Что, все закончилось? Понял. Я сам спущусь. Коктейбл. Коктейл. Это плохо, Молотова. Да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь красиво. Есть гранатометы. Да, это плохо. Займу. Так, зэки с гранатометами. Класс, класс. Мало нам было проблем. Я вижу, он стоит. Камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. Ни хрена их там. Там чел, по-моему, за гранатометом побежал. Я не знаю, куда они бегут. Не успел. А куда они побежали, реально? Нормально они наводятся, мне нравится. Ага, понял. Да блин, не туда кидаешь, паук! А-а-а, нельзя схватить! Прикольно, я вообще-то пытался. Ну ладно. Давай, больше бросаем. Стреляй давай! Интересно, некоторые уклонения, конечно, работают. А чё чел с гранатометом делает? Он просто такой бежит на меня в упор воевать. И лучший мой подарочек, это ты. Да-да-да. Чел явно на своей волне. Чё, Энди, как тебе залипательный процесс? Сильно скучно было? Блин, а я могу залезть вот этих челов поколотить? Не могу. Отлично. Еще несколько были во дворе. Кто вообще додумался принести гранатометы в тюрьму? Ответьте, это сержант Хэнсон. Есть кто-нибудь на канале? Это капитан Ватанабе. Где вы? Щитовой. Крыша возле корпуса Т. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Странно, что он не в... А, блин, что это еще Банворд, господи. Не в намотке на лицо. О! Балаклавия, давайте так скажем. Давай, помоги мне с этим. Блин, почему он не притягивает его? Уже иду. Когда пытаешься похиляться. А чё, где? А какая у меня ульта? Она же... Ай, чел, больно. Так, плохо, 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 плохо. Все очень плохо. Надо пользоваться гаджетами.
Чё? Мне вас добить надо или чё? А, еще выше, наверное. Погнали еще выше. Надо быть осторожнее. Голос озвучки капитана Ватанаби тот же, что озвучивал Сару из Days Gone. Сара из Days Gone, Сара из Days Gone. Это жена главного героя, по-моему. Слушал музыку, но он нихрена не понимал кучу квадратиков, которые это равняло. Понял. Понял. Ну, в целом процесс такой медитативный был. Этап. Я не пойму, а где эти красные точки? Чистить крышу. Я уже вроде бы, не? Какую еще крышу надо очистить? Я могу вниз сходить, наверное. Я не пойму, игра опять сломалась? Похоже на то. От кого оторвался? А, чел! Че ты здесь забыл, блин? Еще где-то два подсоса, вон они. Ни хрена себе, да. Хороши. Очень странная система. Я тебя сейчас заберу. Мне понять, как тебе залезть надо нормально. Они идут. Где все наши? На меня тут напали. Это этот коп по рации говорит. На меня напали. Едет, давит чела просто безоружного. На меня, говорит, помоги напали. Там. А я пока что займусь электричеством. Да, уже иду. Надо уложить их всех. У меня тут есть ничего. Ну-ка. Он мой. За мной так не справишься, ты не... Блин, я пытаюсь взять, но он не хочет схватать эту хреновину. Я что-то забыл, есть какая-то штука, которая против здоровяков теперь должна работать, но я не помню, какая из них. Это? Я тебя размажу. Размазал. А ну себе размажь. Хуже и быть не может. Конечно же может. Сейчас сижу паутина, а потом хватай и крути. Я хочу... Просто я какой-то удар находил, который их довольно быстро выстегивает. Он их прям ваншотит. Но я не понял, как я это сделал. Потому что это получилось один раз, и оно было очень быстро. Но он есть. Супер. Чё один выстрел-то? Чё сразу один выстрел? О! Отлично, их осталось мало. Я вот прокачал навык, который позволял мне в воздухе камбухи бить и, ну, больше опыта получать за эти камбухи. Но до сих пор не выучил. Ладно, я выучил один прием, который поднимает их вверх. Ну, это просто, типа, удерживаешь. Вот, 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 что мне нужно было выучить. А до сих пор не понял, как оно работает. Видимо, надо удерживать. Ты летаешь и... Да. Второй прием выучил. А, что? В смысле? Еще парочка. Вкачал возможность... Швырять здоровых, добивание. А, кстати, да, это тоже же. Я
Работать паутиной, накопить концентрацию. Получается, мне надо их в любом случае. Бумагу получил, отлично. В любом случае обматывать паутиной. Ок, ок. Так, где-то чел. Вот он. Здесь щитовики, кстати, самые ненапрягающие, в отличие от вот подобных игр. В Бэтмене их бесили всегда. Меня в целом бесит щитовики обычно, потому что они отвлекают тебя от основной толпы, сбивают с темпа ритма. Но тут они убиваются так же, как остальные, просто с... Так, чуть не перепутал кнопки. Как остальные, просто, типа, он подскакивает с ним с другой стороны. Бэтмен, тебе надо перепрыгнуть и начать бить его в спину. И в этот момент у тебя противник начинают бежать с одной стороны, мешать. А тут ты всегда прыгиваешь, и тебе без разницы, где они находятся. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Береги! О, обожаю таких героев. Так, это кто? Это кто? Юри! Я падаю! А, водитель. Пилот. А, она и была пилотом. Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Он мне напоминает Джон Крата из Overwatch. Кажется, нас отпустили срочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. А в фильме «Человек-паук. Высокое напряжение» был Электро? Он, по-моему, по-другому давайте как-то выглядел. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? О! Ах, вот... Ах, вот чему я научился. Вот как это умение работает. А-а-а! Прикольно, кстати. А-а-а! Жесть! Клёво! Мне нравится. Вообще что-то раскидывать в них это прикольно. Ага, это что-то не то. О, а чё вас так много? Вообще-то сильный! Я сильный! Я, между прочим, супергерой. Ладно, не такой супер. Так, что-то они меня напихивают, когда я стою на месте. Ни хрена я его швырнул на стол. Давайте, давайте. О! Это было неожиданно. Я уж подумал, ты начал писать на немецком. Ты лёбр? Какой-то лёбр? Или французский? Звучит жутковато. Когда Электро попал в КВМ... Блин, что такое КВМ? Последние паучки, он стал более каноничным. Сюрприз? О чем это он? Das ist fantastisch, я. Убинштрассе. Я буду выдумывать сейчас слова на немецком. А где, куда, кто? Добраться до следующего корпуса. Оп. Что-то я потерялся и все. Понял. Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил туда за жало!
Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Они меняют правила игры каждые пару лет. Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Электро-носорог, а теперь и Скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу. Да как? Электро. Чел. Кто-нибудь на землю. Тебе будет больно. Блин, по... Короче, в воздухе он не хватает, под щитовика не заныривает. Вообще, чё за паук? Да хорош меня лупить. Вы чё, черти? Прикольные удары. Понятно. Привет, Наташа Диаг. Это ты бот или человек? Why do you speak English? It's Russian channel. Russian language. Клониться надо. Hi. From Russia. Что-то надо швырнуть туда, нет? Что надо сделать? Австралия, вау. А что делать-то надо? Понял. Эй, человек-паук! Ты вернуть катсану. Мне казалось, это погоня! How are you? Thank you for the following. Так, босс-файт или чё? Он просто убегает. Щенок, я с тобой. Ля какой, а? Сюда иди. Гори! Почему никто никогда не соглашается? Там еще кто-то зафол. А, ну, это я протупил. Попался. Стервятник? Давно не виделись. Мы хорошо повеселились. Не времени. Так, камеры наблюдения снова работают. Что видим? Во что они превратили что город, блин? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Нет! Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился. Нет времени. А, мне туда надо за ним лететь. Ок. Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, да у нас актеров не хватает. Я постоянно одни и те же голоса слышу. И что это было? Эй, игра! Камон! Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. У нас вообще во всех играх одни и те же три голоса, мне кажется, в целом есть. Я вообще других голосов не слышу постоянно. И в фильмах, кстати, то же самое. Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали, включая Мартина Ли. От чего меня? Я думал, от чего я уклоняюсь? На секунду, он еще не выстрелил. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Не, ну это, конечно, прикольно, но я вообще-то подлететь даже не успел, он ударить не успел. Да!
Вообще лучшие эффекты, которые могут быть, ну именно спецэффекты, это электричество. Они эффектнее всего выглядят всегда. Я безумно тащился по высокому напряжению, потому что там и музыка была красивая, и сам фильм был прям, муа, конфетка прям выглядел. А куда, как прятаться? Понял? Опа. Электро, стой! Крутая погоня. Я даже сейчас проснулся, по-моему. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Пожалуйста, только не про члены. Мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Ни хрена себе, у вас не многовато? Ни хрена себе, паучок поплавился. Доктор Октавиус. Одно предупреждение. Не стой у нас на пути. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Ну он же... А он знает, что мы человек? Он не знает же. Он же, типа, не догадывался. И мы еще смеялись, как он тупой. Вон он! Так, что за мышка? Столько лет, столько лжи. Но все нормально. Тебя носило. Они узнают правду. Это очень красиво выглядит. Ну, чисто по физике, ну, насколько далеко может распространиться этот газ? Его же надо было как-то распылять по городу. Ладно, что-то меня сегодня задушили, сегодня душнило тот еще. Другие злодеи придумывают, как распространить газ по всему городу, взрывают по несколько бомб, травят там водоснабжение и все такое. Этот просто пук... И все. Это Мэри Джейн Уотсон, президентский портал «Дэйли Бьюгл» о биотеррористической атаке. К этому часу число зараженных... Все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера.
А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Да там на Таймс-сквер камер столько, вы что, издеваетесь? Согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб там выключи разработки вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Бачок потик, Ярик. Текай. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Вот не они знаю. Сейчас сжимаются. Похоже на конец света. Чуточку. Может, так и есть. Да, Сириус готов щит. Помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся, груши я в деле. Ломает, это наш башкой город, Юрий. Пустой. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята. Защищайте блокпосты Соболя в разных местах города. Да господи. Опять. Вы вообще когда-нибудь прекратите эти давать вот эти вот, вот задания. Они же просто без конца появляются. Пойдем в центральном парке, не знаю, пробуем. Защитить одну базу хотя бы. Беглецы опустошают аварийные склады продовольствия. Нужны машины в верхнем Чайнатауне. Так, нет, туда мы не пойдем, мы игнорим. До Нового года. Да тут что-то побочек прям, ну дофига. Офигеть, город прям... Ну ладно, не сказать, что прям сильно изменился. Они набросали мусора, и людей меньше стало. Заменили людей на мусор. Питер, я весь день пытаюсь дозвониться до тебя. Ты в порядке? Из-за побега этой ночью в городе все вверх дном. Я в порядке, Мэй, и в безопасности. Но я волнуюсь за тебя. О, это ни к чему. В данный момент пир самое безопасное место в городе. Чего не скажешь о приютах. Так, пир это их место безопасности, я помню. Спокойно. Надеюсь, так будет и дальше. Я зайду, как смогу. Люблю тебя. И я тебя, Питер. Ни хрена там имперские штурмовики стреляют внизу. По городу просто бандиты гуляют, которые к активностям не относятся. А мы нарывались на таких в центральном парке, как раз я тогда... Я не помню, что я там делал, но... Ни хрена себе. А, я стою, что-то фоткаю с каким-то челом, и ко мне подбегают же бандиты, и такие типа... Это привет там от кого-то, от Дон Сальери. Я такой, о, нифига, вот это клево. У меня, по-моему, такое один раз было. Division, да, кстати, тоже есть такой дух. Еще бы зимний был Нью-Йорк. Внимание всем постам. Беглецы захватили автобус с заложниками. Происшествие на Музейной миле. Прием. Кап-
Капец, я быстрее, чем Бэтмен на плаще передвигаюсь вперед. Это вообще законно? А что надо делать? Я не собираюсь стелсить. Так, надеюсь, меня сейчас жестко не отпёхают с такой наглостью. Так, надо снайпера бы, наверное, было вынести изначально. Опа! На себя. Неплохо. О, хрена себе. Так, надо по периметру, получается, пройтись. Вижу еще одну башню. Я снова невидимка. Лаз. А че, как? Как они про меня забыли? Так, тогда можно подвесить пару челов на сюда. Как рыба в бочке. Не открыл способность, сейчас подожду. О, чела отобрал у него световой меч. Да хорош, я отпрыгивал в этот момент. Так, полетели от них. Что там? Так я за ней иду, Скотт. Мне еще открыл способность, подсвечивающая скрытые места для фотографии. А что такое есть даже? А что они дают? Это типа достопримечательности, которые просто не показаны нигде. Там прикольно хотя бы? Я так понимаю, там просто опыты дают, но хотя бы места красивые. Круто, одного подкинул, второго лупил в этот момент. Ну все, вот и вся база закончилась. Один чел остался. А, лол, еще один. Ты хорош, боец. Это был последний. Посмотрим, так, что здесь делать надо? А, брось вверх шакалов, это неинтересно. А, все. Все. Юрий, я проник на базу Соболя. Они держат тут людей. Но я не знаю, за что их взяли. Не хотелось бы освободить опасных преступников. Преступников они передают нам. А те, кто у них, не сделали ничего, чтобы завести на них дело. Кажется, они так нарушают минимум две поправки. Ладно, время для большого побега. Это мы поправим. Так, освободить... Ага. А вы саппорт в детстве так и говорили? Вот вырасту, стану фашистским угнетателем. Да, наверняка. Пошла красота. Блин, какие красивые добивания. Ну вот. А! Очень эффектные игры, конечно, стали. Раньше такого и близко не было. Не во всех аспектах все-таки игры деградируют. Где-то они развиваются хоть немножко. Да. Ну, добивания прям очень крутые. Еще слоумо это. Помню, какой-то момент в играх было засилие слоумо. Еще отряд. И упихали вообще. Веселее, если бы вы все кричали, просто везде. Пиф-паф. Просто везде, где только можно. И в тему, и не в тему. Вот, он своему в спину стреляет.
Блин, там наверху чуваки стоят, надо к ним, наверное, сгонять. Чего вы тут стали? Ни хрена их тут! Добро пожаловать на шоу! Обалдеть. Не действует часть гаджетов, это твоя ульта. Ну, что-то вроде подействовало. Кого-то привязало. К чему он притянулся? Вот как чувак после того, как пролетел несколько метров, в сознании еще? Какие вы упертые! Ну, они типа... Друг просил узнать! Они типа сильнее, чем... Ой! О! 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 Куда? Понял? Это кто? Я кое-что узнал. Кто это посмел сделать? Сопротивлялись силовым методом Соболя. Ясно. Я тут как раз откуда это прилетело? Расскажу, как прошло. Да блин, я... Я жму уже. Ядрит больно. Так, держи обратно. Да нечестно! Так, чел, как вот этого отпинать? Блин, да как его отпинать? Я не могу к нему притянуться. А как этих челов вверху ловить? А, можно же бросить в него какой-нибудь... Какой-нибудь штуку какую-нибудь в него можно бросить. Блин, я не вижу смысла стелсить. Ну вот в прыжке я сейчас пытался подпрыгнуть. Вот контратакой, да. Ну блин, он контратаку рандомно кидает этот снаряд. Я не знаю, как им управлять. Сколько ни пытался его навести, куда-то не работает. Лол, что? Нет. Тут никого нет. Тебе показалось? Понятно. Сдавай, давай. Ну как попали? Я же в прыжке был. Она взорвалась где-то не пойми где. Дракер, ты все открыт, способность нажать треугольник, когда идеально ворачиваешься. А, ой, это открыто-то открыто, но... Я, по-моему, ни разу её не активировал, потому что идеально уклониться это не про меня. Оп, засмотрелся. Так. Я сейчас просто буду аккуратнее. Все. Что-то у меня этот концентрация не копится. А вот начала. Пу-пу-пу. Как-то вот тут столпились неудачно. Чтобы меня арестовать, надо меня сначала задержать, чувак. Не давайте прыгать!
Блин, как же я не хочу уклоняться посреди камбухи. Вот я каждый раз такой... Нет, я не стану этого делать, потому что просто не хочу прерывать камбуху. Но надо. А, нифига, после удара? Можно мне так же? Кстати, гаджеты. Я же совсем забыл про гранаты, про всякие прочие. Ну, это очень красиво. Это просто пипец. Блин, тут я зафакапил, конечно. Оп! Так, за спину. Видели чел, который стоял рядом? Его еще... Я его не задел никак, но он такой... Странное поведение, конечно, у некоторых мобов. Че, где вы? Я вижу кучу кружочков, но почему-то все от меня убегаете. Знаете, что? Какое мнение увидел? На ком-то из стримов, когда говорили про Человека-паука этого нового. Говорят, что капец, как скучно смотреть. Типа, играть не нормально, но смотреть ужас, как скучно. Сколько это правда? Давайте, подсвечивайте нас, чтобы мы красиво дрались. Можно побольше фонарей? Поставь ульту, братишка-паучок, полегче станет. Да, не сложно вроде бы сейчас. Посмотрю, что за братишка-паучок. Боевая концентрация. А мне же и нет. Нет такой ульты. Надо что-нибудь другое поставить. Это неинтересно. Я вот боевую концентрацию выбирал. Я эту ульту поставил попробовать, чтобы раскидывать челов. Создание, и что-то забыл про нее. Ну и так норм играется. Это что? Что? Это что? А как? А как с этим бороться? Кого? А! А, нифига! А я эту хрень какие даже не замечал! Вам много платят? Друг просил узнать! Друг просил узнать. Человек-паук, я кое-что узнал. Все задержанные люди просто сопротивлялись силовым методам Соболя. Ясно. Я тут как раз готов сопротивляться. Расскажу, как прошло. Так, вот этого чела надо. Надо отпинать его. Все, летающий закончился? Вроде бы да. Да, вроде все. Какой тайминг был идеальный. Так, этого я не могу побить. Что делаю? Так, ну парочка осталась, сейчас главное не обосраться. Держи обратку. Прикольно, что гранаты... Ну, то есть это не прикольно, мне кажется, как раз таки.
Короче, у гранат есть тайминг, через который они взрываются, там, типа, 3 секунды, например. Ты ее подбираешь в последнюю секунду, и она не взрывается, пока не долетит до врага. О, га! Ты кто там, вы откуда вообще? Сколько, чтобы вы отстали? Только чур не больше двадцатки. Так, 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 так. Я кнопки перепутал. С летающим челом драться в небе. Блин, я нажимал. Что произошло? Я его добил? Оп! Нормально, вроде успел все сделать как надо. Блин, челы, вот вы там сидите на своем верху. И вообще не слезайте отсюда. А что-то из фильма кого-то, да? Что-то знакомое. Так, я возвращаюсь к тебе, чел. Держи еще одну. Понятно. Так, парочка. Ну, как парочка, четверо еще. Где ты там? Ладно, ты пока постой, я сейчас приду. Одного. Это, по-моему, с этим Джей Молчаливый Боб, да? Это с ними что-то? Ни хрена себе. Так, я с тобой, чувак, я с тобой. О! Прям в воздухе поймали. О, вот эта камбуха, конечно. Ля, как больно. Ни хрена себе. Так. Там что-то какая-то хрень стреляет. Ну я же уклонялся. Вот, что это? Ага. Сюда. Что-то как-то больно стало. Ядрить, колотить. Ну как можно было так обосраться? У меня же была еще ульта, да, помню, которая давала мне хп? Ля, заново все ненавижу. Выключаем. А вы так ничего и не поняли. Пойду вышки уничтожу. Я по-моему смотрел, но я уже не помню, что там было, но я точно смотрел догму. Ни хрена, ты что тут забыл? Почти по стелсу. Ломать вышки по стелсу — это что-то новое. Я теперь не могу найти эту их машину, которая стреляла. Сладких снов. Угу. Это классно, что вы знаете. Я рад за вас. Доброй ночи. Ну,
Так, они теперь все толпой ходят, да? Прикольно. Не храпи. Вот парочка осталась. Не приближаться. В смысле, почему ко мне не хотите приближаться? Когда там РП будем перед... смотреть. Блин, я не уверен, что мы успеем. А сколько... Я, насколько я помню, полицейская академия там типа 6 частей. Очевидно, что все смотреть не стоит. Да, но мне кажется, через неделю, только через две. Надо еще успеть. Блин, я вот поиграю... Мы сегодня в этот куб пойдем. И... Точнее, не в куб, а Half Dead 3. Я подумал, блин, было бы классно посмотреть фильм Куб. Куб. Может быть, две там или три части. И когда успеть все посмотреть, вот вопрос. Может, на стримы забить? Просто фильм смотреть в Дискорде целыми вечерами. Это собака идея. А, классно. А я схвачу сегодня этот предмет-то? Кого-нибудь из вас я точно вырублю по-сильному. То можно... Что? Первую и вторую просил? Еще один! Знаете, было бы намного веселее, если бы вы все кричали пиф-паф! Блин, было бы странно смотреть первую и вторую, а потом... Я не знаю, какая там просил, может, пятая какая-нибудь, наверное, да? Бесит, что они вот так делают. Так, мы сейчас все будем на одном пятачке драться или чё? Давайте, поднимайтесь, раз мы на этом балкончике все тут толпимся. Действительно, как я это сделал? Седьмая, еще и седьмая. Это ж, наверное, жесть, там к седьмой части так все скатилось, скорее всего. Первые четыре. Ну блин, тогда я про Россию бы хотел взглянуть. Человек-паук. Алло, это вообще-то занят. Задержанные люди просто сопротивлялись силовым методом Соболя. Ясно. Я тут как раз готов сопротивляться. Расскажу, как прошло. Павукин. Просто скатилась в Россию. Так, я слышу чела, которого мне надо... Да господи, не того! О, господи. Ром, дай привет. А какую-то другую ценность, помимо смеха, она несет или нет? Так, догма. Два ангела, изгнанных из рая, решили воспользоваться решением католического кардинала сделать проход подаркой одной из церквей отпущением всех грехов. Звучит, как какие-то люди могли бы это обузить. У тебя тайм-аут. Звучит интересно. Нихрена я пролетел. Сюрприз. Контроль-сюрприз. О! Вышки же точно. Еще где-то на улице здесь чел ходил.
Вроде бы через поворот. Дерьмо-демон. А, вот откуда это? Эти дерьмо-демоны. А, да это вообще сейчас три левела апну, блин. Где чел-то, который ходил? Вот раз его здесь нет, окей. Кого бы из вас выстегнуть? Надо одиночек, наверное. Так, 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 так. О, чел. Пора вздремнуть. Как дела, Роб Дэйв? Как жизнь без РП? Блин, никого-то нашли. Готов. Мы еще, кстати, никого не подвесили. А если я их по стелсу всех убью, ничего что не изменится, но у меня все равно толпа выбежит здоровенная. Ты не очень наблюдателен. Просто я не вижу смысла их выносить. Таким образом. Окей. Подвешу вот одного хотя бы. А, еще и по-тихому получилось, ну норм. Так, эти вдвоем. Так, машина въезжает через главные ворота, которые выезжают с пушкой. А первая через другие ворота. Но тут есть еще, по-моему, третий, да, вот там, наверное. Судя по дороге. Короче, должно быть за весь файт три машины, по идее. Че он там увидел? Ой, я тебя не напугал. Контроль, у нас потери, нужна поддержка. Не нужна вам поддержка. Тут противник, Человек-паук. Упс, кажется, меня увидели. Для того, чтобы Бог не погрешил, его решение абсолютное, отпущение грехов этим ангелам противоречит этому. Слишком сложно, я сегодня не такой умный. Я в целом не очень умный, но сегодня прям мозги не соображают слово совсем. Их там не засудили? А, прикольно. Надо пострелять. Нет, догматы я смотрел, я просто не помню уже. Я из трех противников самого слабого выбрал, на него использовал такой мини-супер удар. Отвечу как в одном мульте. Я живу хорошо без РП, просто замечательно. У меня все есть. Есть свой дом, он теплый. В нем одна комната и кухня. Я без очень скучаю. Видимо, не очень скучаю по РП. Хотя оговорочка по Фрейду, конечно. Особенно по вечерам. И здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. Блин, ты что? Этот Эдвард из... Блин, как про вампиров-то была сосага? Сумерок. А, подождите, Эдвард не ломил. Второй, который пес был. В Исерке. Там чел пытается в меня стрелять через эту хрень. Молодец. Ляй. Неудачно получилось. Анус, верните на землю, блин. Хватит меня стрелять.
Так, мне надо к челу с пушкой. Я пошел наверх, иначе он меня сдолбает. Че ты тут напуливаешь, ты стреляешь? Гивкауф с ним, да. Вот, вот этот вот. Блин, он вырубился. Он не вырубился, понял. Джейкоб, вот, точно. Это как Джейкоб. Хвост ломит, лапы скрипят, звенят. Было бы намного веселее, если бы мы все кричали пип-пап! Пип-пау! Так, чел взял пушку и пошел наверх. Гений. Гений на челе. А можно эти пушки куда-нибудь выкинуть нахрен? Стоит, ждет, пока я убью того. Молодец. Какие вы упертые! А чё у тебя с лапами? Вам много платят? Друг просил узнать! Так... Человек-паук, я кое-что узнал. Все задержанные люди просто сопротивлялись силовым методом Соболя. Ой, это очень красиво. Я тут как раз готов сопротивляться. Расскажу, как прошло. Я думал, я новому приему научился, а нет, показалось. Так, надо этого поднять. Нет, не этого. Вот этого хотел поднять, ну ладно. Так, пора полетать, поискать какие-то цели поприоритетнее. На крыше чел с пушками уже расставились. Вот, к ним-то надо и подойти. Два месяца назад сломал ногу. Блин, а сколько вообще сломанной ногой? Это было так давно, слушай, время летит. Так что я думал, ты уже давно отрегенерировал, и может быть какое-нибудь первое место по забегам на 100 метров в области взял, или что-нибудь типа того. Да им если не напоминать, я забываю. Я уже забыл, честно говоря. Память у меня как у рыбки. Кто? Откуда он стреляет? Типа, а где чел с пистолетом? А, вон ты где. Угу. Ну, короче, как всегда, все немножко затянулось. Блин, это прикольно, но то, что он от меня удрал, не круто. Да какие же они живучие-то? О-о-о! Вы ведь этим за деньги занимаетесь? Сколько, чтобы вы отстали? Только чур не больше 20. Не-не, я просто не ожидал тут кое-чего в игре. Вот Эрл. Чё? Чё? Я орал, наверное. Не, не слышу, что... Всё, я не слышу, что ты говоришь. Мне послышалось, кричишь. Так, хоба-хоба-хоба-хоба. Блин, ты выздоравливаешь, да, что-то навалилось на тебя столько всего. Разом, практически. Да, это действительно главное.
начал с гранатомета. Мне это не нравится. Заряжает, стоит. О нет, он там забагует сейчас. А, он вылез? Ни хрена себе. Вот это их круто научили. Там какой-то чел опять застрял, смотрите. Видите, что он бежит куда-то? Вон. Так, двое застрявших, нормально. Здорово, Рос. О, господи. Вам не кажется, что эти шлемы вас обезличивают? Ну хотя, чья бы корова мычала, да? Да, паучок, ты нашел, кому это сказать. Как ляпнешь какую-нибудь херню иногда. Так, что, машин больше нет, да, у них с ракетницами? Мне казалось, что я сейчас уклонюсь. Так, что бы такое придумать? Не туда, не туда, да оставь ты этого застрявшего. Лучок. Так, вроде правильная цель. Дальше меня пожжет, поэтому только драчки. Ага, о, окей. Без проблем, без проблем. Да, у нас тут только драчки происходят. Блин, чел рядом с пушкой прям нехорошо. Причем даже два. Опять гранатометчик. Его не ударили, а он такой... А, как больно. Так, концентрация. Я врач, я доктор. Охренеть. Драчки, тюрячки, тёлки и тачки. По-моему, я только что в рэпера превратился. Сюда иди, малыш мой. Так, снова два заступивших чела. Кажется, я со всеми разобрался. Угу. Вы как всегда умные. Здравствуй, псиночка. Так, нам бы не опоздать на в 9 часов на коп. А то я сейчас заиграюсь, забудусь. Сразу на луркера. Наконец-то мы победили. Было поучительно. Фу. Ой, пальцы аж встали. Я, кстати, ни разу в жизни так ничего не ломал, чтобы с гипсом торчать, куда-то не ходить. Ну, только прям все сразу. Вот ты как будто бы зарплату получил. Так, сейчас внимание, внимание, Рассел, сюжет, внимание, скорее всего сюжет. Или что это такое? Не сюжет? Спасибо, Человек-паук. Это спасибо. Не сюжет. Это сюжет. Капитан, район зачищен, все камеры опустили. Официально я это не одобряю. Неофициально? Спасибо. Сюжет закончился, Рассел. Напугал человека. Скажите ему, что все закончилось. Это весь сюжет. Паук. Это вообще база, не сюжет. Тяжеловесы с плота. Они атакуют полицейские участки. Моим людям нужна помощь. Срочно. Доберись до точки, и я все объясню. Уже иду. Это Октавиус? Так. Нет, двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу честно,
Он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречала. Да. Вот это меня и беспокоит. Вы там держитесь. Да, необычно. Так, значится. Врагов тут, конечно, просто жесть. Нам нужен костюм Человека-паука из мультика 90-х. Я думаю, что главная задача по фарму. Приходит сведение, что у Мартина Ли, помимо этих странных способностей, в духе сами знаете кого. Он открывается на 41 уровне сам. Или не сам, кстати, не помню. Он просто пытается избежать безжалостного правосудия. Только дурак поверит в россказни, что этот мистер Позитив, с улыбкой помогающий бедным, вдруг может стать мистером Негативом, взрывающим... Секунду! Мистер Негатив! Да это бомба, Джаред! Срочно регистрируй торговую марку! А мы до этой шутки догадались, между прочим, когда мы увидели первый раз. Мистер Негатив и стала причиной ужасного теракта в ратуше. Еще, знаешь, так, типа, пипахай. Мистер, чё за негатив? Там вроде костюм рисован типа комикса, а не из мульта. Нет, по-моему, из мультика, из того, что я видел. Сейчас посмотрим, если он открылся. А, он не открылся. На 41-м, ну сейчас посмотрим. Ну, вроде должен... Вау, какой сексуальный. Вроде как раз-таки на мультик больше похоже. Из комиксов вот есть... Точнее, не комиксов, а такой из мультяшных костюмов. Сейчас посмотрим. Где же он был? Вот этот, по-моему. Вот такой. Вот этот, наверное, из комикса. Да, голос наркомана Павлика. Слышь, братиш, чё за негатив? Короче, тот костюм, который я хочу, еще не открылся. На 41-м. Ну, подождем. Я очень надеюсь, что все-таки из мультика, а не из комиксов. Но он похож, так что не страшно. Автоматическое лечение с помощью концентрации при малом запасе здоровья. Вот это, кстати, нужно. Блин, надо испытание проходить. 3 жетона. Сложно. Очень сложно. Уменьшайте длительность шока. Так, а на что я могу вообще заменить? Это оставляем. Урон от пули. И эффективное лечение с помощью концентрации. Так. Ну вот на это. На 3 очка испытания. Я так не хочу испытания. Видимо, придется. Тем временем 7 очков. У нас, кстати, прокачки. Так. Нажмите треугольник после идеального уклонения врага с винтовкой или пистолетом, чтобы мгновенно нокаутировать его. Так, вот. Идеально. Добить 2 слабых врагов подряд тоже неплохо. Я не знаю, хватит ли нам. Да, должно хватить. Окончание атаки, получение дополнительной концентрации. Вот. Вот эта штука нужная. Все, катсцен. Да там вообще не было сюжета. На самом деле, там все закончилось через секунду. Так что ты ничего не пропустил и нечего было доджить даже, прикинь. Как долго переключается. Так, чек, 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 чек. Итого 71%. Вот это быстро пошло. 10% за сегодня. Что ты отмечаешь сегодня? День алкоголика? Жесть, а чё уволился, почему? Чё-то получше нашел? Что ж отмечаешь? Хотя, мне кажется, любое увольнение, ну, в большинстве случаев, люди всегда рады. Так, капитан, я на месте. Давай. Носорог штурмует участок в верхнем Вестсайде, электро в верхнем Истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Ты устал, ты мухожук?
Понимаю. Ну, поздравляю. Так, погоди, что выбирать? Я выберу там, где красивее, наверное. Хотя мы все равно и туда пойдем, скорее всего. Внимание! Беглые заключенные устроили беспорядки. Всем машинам, у нас происшествие в Крайске. Питер, есть время. Нам нужна помощь в одном из отделений пира. В ветеранском центре в Гарлеме? А что там? Люди с Райкера требуют еду и припасы. Персонал, заперся внутри, но долго не продержится. Мы с Майлзом поехали туда, чтобы вывести сотрудников. Мэй, не делай ничего сама. Встретимся в Гарлеме. Блин, надо здесь теперь бабушке, точнее, тетушке моей помогать. Затем в Гарлем. Жалко, надоело это раз скучно, и нашел кое-что другое, это два, видимо. Ну это клево, кстати, если есть на что менять, потому что если ты просто увольняешься, потому что все сдолбало, это еще больше бьет по нервику. Больше расстраивает, а так что нашел что-то другое, это уже хорошо. Молодец, молодец. Да они тут такие, слушай, мимолетные, типа на здание напали, какой-то спойлер. Юрий, я рядом с участком в верхнем эстсайде. Хорошо. Электро и демоны не дают продыху моим людям. Ситуация. Хотя да, тут я не знаю, что можно за спойлеры считать. Тут на самом деле Юрий. Прям такого что-то супер вау. Что? Вот этот поворот и не было, по-моему, ни разу. А вот теперь точно спойлеры. Паршиво. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Юрий, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить твоих. Не стреляйте по мне, пожалуйста, дайте воду попить. Твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовы какой-то у них электрический демонический не проблемы. Очень надежный план, да? Как мне кажется. Опять чертила в масках. Всего 5 трансформаторов. Если как следует замотать их паутиной, они перегреются. Надеюсь. Так, 5 трансформаторов, замотать паутиной. Вроде легко звучит. Это нам даже по силам. Еще 4 железки. Так, а что с вертолетами? Ладно, вертолет будет последней целью, наверное. Элли, привет! Как им удалось привязать эту штуку? А как? Да и лететь тогда еще задачка. Они что, специально тренировались? Очень много вопросов. Если когда-нибудь решу уволиться, хотя мне норм, сейчас увольнительное будет выглядеть так. Как вы все сдолбали. Я вертел эту шарагу на... зачеркнуто. Идите в пип... Прошу уволить по собственному желанию. Это так будет написано в документе? Ты уверен, что сможешь себе такое позволить? Кажется, у меня проблемы. Кажется, у меня огромные, блин, проблемы. О, прикольно, а если их шандарахнуть об генератор, об этот, об трансформатор точнее, ой, было больно. О, да блин, дай попробую добить. Во, кстати, вот эти добивания прикольно сделаны. 2 сдохли, 3 осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто блин, еще делает? И здание током бьется.
Что, серьезно? Нет, по-моему, говорил. Как докажешь? Мы-то видео видели. Так они круто улетают, когда бьешь их чем-нибудь. Не, понял. Блин, я писку слышал, но что-то не среагировал. Отлично. Осталось два. Ну, почему не хватается эта ракета дурацкая? Я не понимаю, он вообще не хочет уклоняться. Давай, лети за мной, ну. Ну, понятно. Так, где там? Вижу. Бэм-бэм-бэм. Да, поехали, мужики, поехали, поехали. Блин, можно его ультануть? Ага, спасибо. Слово «я ухожу» действительно было в той речи, но я устал, я ухожу. Знаешь, он так мямлил, что там можно было услышать все, что хочешь. Там можно было услышать «я... послал, я не хочу». Ну, типа, вообще, что хочешь, можно услышать. Кто знает, что там было, еще там качество связи еще. Да. Качество микрофонов, которые там используют. Че там, вертолет? Бля, больно. Хех. Эффект Мандела, когда огромное количество людей верит в то, чего никогда не было, при этом все же знают, мы все видели. Не спорь. Как дела, Элли, у тебя? О, можно кого-нибудь другого добить? Или только... Понял, только этого. Так, надо выбирать самых сильных сначала. Золотое правило боя. А сколько у меня добиваний? Ля, да, такой множественный пенетрейшн произошел. Блин, ребят, у нас 15 минут. Я, как всегда, опоздает, скорее всего, поэтому. У нас больше, чем 15 минут, наверное. Блин, они задолбали. Короче, у меня план. План капкан. План стоит в том, чтобы душить всех максимально. Не в чате, не переживайте. Так, Кумпа, давайте поактивнее стрелять. Куда он побежал-то от меня? А, понял.
Я уж думал, у меня они бесконечные стали, потому что я вот режим концентрации врубил. И пока какой-то комбо идет, я могу их бесконечно. Привет, Онегин. Так. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. Может, это интересно посмотреть твою речь на ютубе. Они, он мямлит, но вполне разборчиво. Прям как я. Тоже что-то мямлю, но вроде бы разборчиво иногда бывает. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем. Все благодаря ковенщикам, которые стебали этот момент именно той фразы. Блин, теперь реально захотелось перестрелить этот самый момент. Охренеть, посмотрите, что он может. Это что это? Это умение, конечно, которое я вкачал, но какое-то дичайшее. Это вообще... Что это? Не зря я им не пользовался. Ну, КВНщики молодцы. Мем активирую. Мем мод активирует. Да так, что вся страна знает. Еще и верит в это. Юрий, так. Давайте-ка завершим. Я помогу битву, нам надо шансы. Бы. Давай. Если баррикады нам надо бы закруглиться. Подожди, кто из них прикрывает паука? Чел в рыжем, а я их бью. Да блин. Я думал, у меня эта хрень. Хрена, у меня там хпшка прибывает. Ну, с пятого раза, блин. Все, я побежал на другие баррикады, давайте. Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса. Это очень красиво. И отступает. Так, у меня много концентрации. Я могу два раза? Да, могу. Отлично. Лексей, сегодня ты мне не снился, а я тебе. Блин, а ты мне никогда не снился. Николау, спасибо за фоллоу. Добро пожаловать к нам. Скорее всего, вы уже не придете и на один стрим, ну или придете максимум еще на один, но... Спасибо за фол. А, что? Это как он сделал? Все? А, еще один чел затупивший. Так что ты делаешь, паук? А в киснах я тебе снюсь, Онегин. Просто интересно. У меня, конечно, такое бывало, что я кому-то снился, но... Бля, попался. Я забыл, как с челами бороться, которые вот с хлыстами. Бля, очень больно, очень сильно. Я сейчас просел по хпшке концентрации. Вот что тут с камерой опять? Что это такое было сейчас? Так, понял, еще надо зачистить, видимо. Но это на крыше, походу. Человек-паук наверх! Преступники стреляют из РПГ!
Они разнесут здание! Этого не это вот эти преступники? Да. Ау! Так больно, они стреляют. О, господи. Что это такое? Что происходит? Бля, я чуть не отъехал. Ух, прям хорошо, хорошая битва. Так, ну это у нас просто получит по башке. Пару раз. Что-то меня сбоку стреляет. Одна крыша чиста. Блин, ну у них столько РПГ, что они на самом деле могли бы вообще все разнести, просто весь город. Я ответить за то, что тебя упрятал, это смешно. О! А? В смысле, а как? А как это? Вы видели, что произошло? Вижу главную цель. Перехожу к умиротворению. Есть более простые способы просить автограф. Реактивные ранцы? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Нарушители будут умиротворены. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Блин, да как больно-то они делают. Прям очень больно. Так, надо лететь отсюда, иначе мы здесь сейчас сдохнем. Успел уклониться. Господи. Так. Да блин, ну почему не цепляется? Паук! Твою мать! Ты не то делаешь, что я от тебя хочу. Он за них, короче, не цепляется. За препятствия не цепляется. Маленький энергетический бола спецом для меня? Польщен и напуган. Сейчас бы кого-нибудь из этих выцепить. О, вот этих вот, да. Отлично, отлично. Хоть кого-то из них я смог выцепить. Бля, какие же вы душные, просто пипял. Я уж не знаю, куда от них деться. Не-не, в зону задания, я сейчас вернусь, но... Но есть одно но! Где ты, чел? Последний, два осталось. Так. Так чё, Онегин, ты не расскажешь, да? Ой-ля. Кажется, я запорол очень много. Преступники стреляют на РПГ! Они разнесут здание! Этого не должно случиться! Иду! Одна крыша чиста. Это скоро спадет, паучок. Начиная с этого места. Да, сейчас с вас и начнем тогда. Эльни рассказывает, как у нее дела. Онегин не рассказывает. А, подождите, в эротическом ужасе с нотками детектива. Это я слепой. Есть более простые способы просить автограф. Реактивные ранцы? Чё? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Ребята, мы на одной стороне! Так, давайте кажется, хотя бы сначала разберемся с эками! Кажется, я научился против них бороться. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Ну, кстати, уже не так сложно.
Норм, вообще не сложно. Я не знаю, что у меня вообще за проблему вызвало первый раз. Да, Энди, если бы ты их сейчас не побил, паучок бы так не справился быстро. Да блин, он даже уклоняться не хочет. Так, еще один чел. Вертический хоррор. Блин, я, кстати, не играл. А, не, вертический. Я знаю один вертический хоррор. Это игра про суккуба. Она очень душная была. Она никому так и не понравилась, но в этом жанре не так много игр. Где там надо было ходить по какому-то подобию ада и. Так, а мне надо против чела драться, да. Это спецназовцы Соболя. Явились добивать остатки беглецов Срайкера. Срайкер. Первый раз всегда больно. А ты-то откуда знаешь? Что больно было, Энди? На. Че, все? Может, вы закончились? Еще один остался. Надо идти быстрее уже. Ну не мне. А, да. Пошли вот эти вот отмазки. Так, я могу сохраниться здесь? Юрий, договорят? Участок в безопасности. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Ладно, я ж глаз задергался. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. И спасибо. Ты дал нам возможность сражаться. Так. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме. Помочь Мэй. ПК. Да, Гудмэн, да. Наконец-то. ПК минималки. В ветеранском центре. Где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но Мэй с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь... Но Майлз же был с тетей Мэй. Как он там оказался? Я разберусь. Только быстрее, видимо... Пит. Быстрее! Нет, Питер, извини. Извини, не сегодня. Должны идти на копчик. Копчик.